Какое место вещи занимают в жизни человека? Как они формируют нашу среду обитания? Ответы на эти и другие вопросы кировчане получат, посетив выставку «Среда обитания. Натюрморт». Она откроется завтра в выставочном зале Вятского художественного музея. Посетители экспозиции смогут по-новому взглянуть на такой понятный жанр, как натюрморт. Раскроется это направление живописи через три темы, считают организаторы выставки. История натюрморта 17-20 веков представлена картинами из фондов музея. Второй раздел – философия медленной жизни, в фокусе внимания художников – произведения о природе вещей. Третья тема – общество потребления, представлена в том числе инсталляцией предметов, которые люди используют и выбрасывают. Выставка будет работать до 29 марта. Показывает эту тему общества потребления в инсталляции «Культурный слой», где она представляет стилизацию керамических кувшинов, таких достаточно архаичных. Мы понимаем, что эти кувшины, которые попадали в землю, там, разрушались, они не уничтожали нашу среду. А сейчас мы производим пластиковые стаканчики, которые, попадая в землю, ее, по сути, отравляют.